Геологи приезжают сюда, чтобы наблюдать уникальное явление. Это Лавовое озеро, одно из немногих существующих на нашей планете. Оно наполнено расплавленной породой и постоянно наполняется из глубин Земли. Лавовое озеро помогает еще нам больше знать о раскаленных земных глубинах. Секреты RAKETA раскрываются ночью. Когда движение лавы в озере ускоряется, становится очевидным, что она перемещается по определенной схеме.